52 дворовые территории благоустроят в этом году в Тюмени. Сейчас проекты ремонтов обсуждают на общих собраниях с жителями. Только после народного одобрения управы смогут начать поиск подрядчиков. Александр Гришаков побывал на одном из собраний. Председателем собрания я предлагаю себя. Можно так? Капитального ремонта в этом дворе ждали с 91-го года. Когда прошли ранжирование, жители зачастили в управу. Слишком много было вопросов, которые необходимо решить. Учли мы здесь и детские, и турниковые площадки, соответственно, парковочные места. Да, не забыли мы и о освещении, и о тротуарах. Поэтому сейчас у вас есть возможность поближе посмотреть то, что мы предлагаем вам, и уже согласовать, либо не согласовать, если есть какие-то вопросы, еще также их задать. В этом году в Калининском округе капитально отремонтируют 9 дворов. Везде свои особенности, но обязательная часть в виде проездов, тротуаров, газонов и детских площадок в каждом документе. Площадка, нужно было немножко расширить зону, что у нас очень мало третьему дому земли. Вот это нам расширили, нам понравилось. Потом, значит, они, значит, сказали, чтобы у нас было побольше детской площадки. Вот пусть приходят дети, играют. Это же здорово, правда? Вот, чтобы мы не... И хорошо будет, машин не будет под домом стоять. Все пожелания жителей учтут. После правки проектов управы начнут искать подрядчиков. В последние годы это делают на электронной площадке. Благоустройство дворов будет выполняться в синхроне с ремонтом инженерных сетей, которые требуют ремонта соответствующего на том или ином дворе. Это порой бывает, вызывает неудобства для жителей многоквартирных домов, но лучше, как говорится, переждать пару месяцев в текущем году, зато потом лет 15-20 не возвращаться. В списке на этот год 52 адреса. Сразу после окончания отопительного сезона зайдут сетевики, а подрядчики по благоустройству приступят к своим обязанностям с 1 июня. На улице Льва Толстого жители единогласно поддержали проект благоустройства. В управах говорят, что такой формат обсуждения благотворно сказывается на состоянии дворов и в будущем. Например, эту территорию на проезде геологоразведчиков капитально отремонтировали еще в 2015-м. И она до сих пор в идеальном состоянии. Люди берегут то, что сами же выбирали. Александр Гришаков, Сергей Кондаков, Алексей Красных. Тюменское время.